Говорят, что в Великую Отечественную на Невском плацдарме солдатам приходилось каждый день вступать в несколько рукопашных схваток. Бои были настолько ожесточенными, и так много погибало людей, что даже во время блокады на передовой оставалось много приготовленной еды. Сейчас в выставочном зале музея диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» проходит выставка, посвященная обороне Невского пятачка. В нашей стране, как ни в одной другой, принимали активное участие фактически. Были женщины-танкисты, были женщины-саперы, были женщины, ну, о врачах, о санитарах здесь даже говорить не приходится. И даже была разработана система поощрения, то есть вот за 10 человек, вынесенных с поля боя с оружием, подчеркиваю, санитарка получала медаль за боевые заслуги. За 15 человек, вынесенных с поля боя с оружием, она получала орден Красной Звезды. За 25 человек она получала орден Красного Знамени. Но вынести 25 человек с поля боя с оружием – это не так-то просто. Конечно же, они выносили больше. Но кто это фиксировал? Многие думают, что такую тарелку нам поставляли англичане по ленд-лизу. Нет, это чисто ленинградское изобретение. Шлем предназначался для зенитчиков и оберегал их от сыплющихся с неба осколков при зенитной стрельбе. А вот эта красивая офицерская куртка действительно из Англии. Она была в комплекте с самолетом и вооружением к нему. Знаменитый Беломорканал, так и не распечатанный. Шоколад – наша марка. Сигареты – герцоговина «Флор». Самодельная ложка с эмблемой авиации. Глаз от противогаза со стеклышком, который использовали как зеркало, с фотографией на обратной стороне. А это зажигательная бомба. Такие в большом количестве сыпались на наш город. Они пробивали кровлю и горели на чердаках. И если в Европе пожары от этих бомб нанесли серьезный ущерб в европейских войнах, то буквально перед войной наши химики разработали раствор, которым пропитывались все чердачные балки. Он абсолютно делал их негорючими. И перед войной все чердаки Ленинграда были засыпаны шлаком. Поэтому эффект от немецких зажигалок был сведен к минимуму. А это однобортный парадный мундир маршала Новикова. Очень редкая модель, образца 43-го года. Говорят, у Александра Александровича была атлетически сложенная фигура. Ну а теперь, ругаются современные портные, для нынешних генералов и даже полковников приходится шить уже не мундиры, а чехлы от танков. Лада Елецкая, город Кировск, «Однажды утром».